Представь себе. Площадь перед собором, пламя и дым. Кардинал Великий Инквизитор смотрит в огонь костра, на котором по его приказу должны сжечь еретиков. 15 веков назад Христос дал обетование вернуться. 15 веков молило человечество: «Господи, явись нам!» И вот он возжелал явиться народу. По безмерному милосердию своему он проходит еще раз между людей, в том самом образе человеческом, в котором ходил 3 года между людьми 15 веков назад. Представь, воздух пахнет лаврами и лимоном. И тут появляется он. Взять его. Это ты? Я вижу, это ты. Зачем ты пришел? Ты не удостаиваешь меня даже слова негодования. Хочу сделать вас свободными. Ты говорил это людям 1500 лет назад. Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое не истина. Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти. Я не сужу никого. А если сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один. Но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что 2 человек свидетельства истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня. Где твой Отец? Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти. Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от мира сего. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Кто же ты? От начала сущий, как и говорю вам. Много чего имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен. И что я слышал от него, то и говорю миру. Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя. Но как научил меня Отец мой, так и говорю. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. А люди сами принесли нам свободу свою и покорно положили к нашим ногам.
Теперь они уверены, что свободны вполне. Пятнадцать веков назад дух пустыни указывал тебе путь, которым можно было бы устроить людей счастливыми, и ты его отверг. Если ты сын Божий, то повели этому камню стать хлебом. Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Раз Бог любит тебя, бросься со скалы. Его ангелы поймают тебя в свои руки. Как смеешь ты испытывать Бога? Если ты преклонишься передо мной, то я отдам тебе весь мир. Распните его! Отойди от меня, сатана! Поклоняюсь лишь Господу, лишь Ему служу. Ты не захотел лишить человека свободы и камни в хлебы не превратил. А они со словами «накорми тогда и спрашивай с нас добродетелей» восстали и разрушили храм твой. Желая сделать их свободными, ты поступил с ними, как бы вовсе их не любя. И устав от этой свободы, слабые и порочные, они пришли к нам и сказали нам: «поработите нас, но накормите нас». И преклонились перед нами. Ты этого не ожидал. Ты ждал свободной любви. А этим жалким созданиям нужно только перед кем-нибудь преклониться.
Скажи хоть слово, даже самое страшное. Ступай. И не приходи более. Не приходи вовсе. Никогда.